Всех приветствую, ребят, с вами снова я, Кот Абармот. Сегодня мы играем в очередную игру в Роблоксе, которая называется Doors. Да, это та самая игра, которую уже переиграли практически все. Ну и настало мое время, так сказать. Давайте пойдем в соло, потому что я хочу узнать, что здесь происходит. Ну вообще, я знаю весь концепт и суть игры, так что начнем. Вот она здесь что-то. Зажигалку давайте возьмем сразу, потому что могу как бы снимать. Ох, ну тут довольно атмосферно. Знаете, вот мне не очень нравятся такие хорроры. Но раз уж я зашел, надо сажать. Так, вроде тут тихо. На четвертая дверь. Так, картина. Подстань. Тихо. Не понял. Понял. Оу, щит. Блин, ну тут, знаете, мне зажигалка не помешала бы, но... А я плацо вижу. Темно-то. Слишком темно, и тут слишком темно. Ни хрена. Еще одна дверь. Ключ. Дверь. Оу, щит. Куда ты полез-то? Почему я только что... Да ты... Я хотел ключ взять. Взяли ключ. Пошли. Так. Что-то мне это все не очень нравится. Свет мигает. Тихо. Было. Так, походу тут пробежал какой-то электрик дядя Степа и своим перегаром уже все тут полопал. Подозрительно длинный коридор. Слишком много шкафов. К чему бы это? Нет, ладно. Пойдем просто прямо. Все. Что тут у нас? Где наша дверь? Куда надо идти? Где нужная нам дверь? Ну что, опять тот коридор? Что за нахрен? Почему? Чё это было? Почему? Ладно, ребят, давайте попробуем снова. На,
Сейчас замутим по-быстренькому спидран. Вроде у нас тут все нормально. Что нам тут надо искать? Видимо, ничего не надо. Так, а знал, что что-то надо. 20 лет, ключ найден. У меня вопрос, а зачем мы бросаем ключи на нашем пути? Вдруг они нам еще понадобятся. Поэтому надо искать ключ для каждой комнаты. Это зрительная библиотека. Так. Не. Что тут у нас? Все обыщем. Шкаф. Оу, щит. Не на того нарвался. Палки ничего не осталось. Yes! Минус 3! У-ху! Пойти. Ничего не видно. Фу, все, мы выбрались. Зажигалки у нас больше нет. Потому что мы уже все истратили, но рычаг видно. О, глазюка, привет. Чё ты на меня так смотришь? Ты чего вообще на меня так смотрите? На чмыря. Щит. А, спасибо, глазюки. Вы меня по коридору вести будете, типа, да? Видимо, нет. Вот тут уже я конкретно вас. Скотина, чего он так нападает-то часто? Ничего не видно. Так, сейчас, погодите. Да блин, тут ничего не видно. Какой-то свет. А, я понял. Эй, скотина, чё кусаешься? Ладно, пойдёмте дальше. Погоди-ка. Не-не-не, я ваших детей не трогал, нет. Кидая стопель тебя, когда сустяжет твой дед кулима. Эти бриты тебе покажут, а на лицах не найти меня. Просто я бы тоже не смелась, да я оставлю им все время. Откуда выйду в лейн, заслуживаю кривые ноги. Я бегу за свои боги, а когда реки только лупят и подобные. Я могу его сказать. На этом все. Что ж, спасибо большое всем за просмотр. С вами был снова я, Кот Обормот. И всем пока. Не скучайте.